Всем привет! С вами Громакина Ярославна. Сегодня у нас уже пятое задание. Задание будет тоже замечательным, интересным, классным. Надеюсь, оно вам понравится. Сегодня вы предложите своим друзьям и подписчикам стать настоящими писателями. Вы будете сегодня писать книгу. Суть игры такая. Вы пишете какое-то предложение. Следующий участник его развивает, продолжает мысль. Третий опять продолжает, и посмотрим, куда наша книга нас заведет. Возможно, она будет бесконечная. Вы пишите, например, «Повез однажды мужик своего кота на кастрацию». Следующий человек пишет, что с ним случилось, дальше, и развиваете мысли. Возможно, это превратится в совершенно другой рассказ, не о мужике и не о его коте, а о чем-то другом. Надеюсь, что у вас будет много интересных комментариев. Вы можете даже потом всю эту историю соединить в одну, что у вас получилось, и выложить ее отдельным постом. Всем пока!